Всем привет, друзья, с вами снова Твикли, а также Неждончик. Опа, здорово всем. И сегодня мы с вами играем в Golf with your friends. Собственно, это гольф с моими друзьями. Но в данный момент это Нежданчик, и мы, ребята, уже начинаем, собственно. Играем. Друг, да? Играем. О, я, походу, с первого раза попал. Офигеть. И да, Найс, я попал с первого раза. Прикольно. Собственно, играем на какой-то карте, не знаю на какой. Я просто скачал, которую первый видел. Так что, ребята, если что, то... Не спрашивайте в комментариях, что за карта, потому что я забыл ее название. Так, ну что, давай, погнали, второй уровень уже. Давай, залетаем, так, значит. На макс... Вот сейчас, на макс. Я вот, опа. А я по другому пути пошел. И что, опять с первого раза, что? Реально с первого раза, второй раз, что за бред? Этот тип не выходил из гольф. Что за фигня, как я со второго раза попал просто с первого раза? Со второго раза, ну да, ты правильно сказал, да? Со второго раза, с первого раза. Нет, второй раз, первый раз. Вот. Второй раз, первый раз. Вот. Нежданчик у нас очень умный. Кстати, здесь помнишь, как мы раньше перелетали? Типа, можешь попробовать тоже перелететь, как думаешь? Все это. Видишь, да? Заманчиво, да? Ну нет, тут невозможно это сделать. Да, мне тоже так кажется, поэтому просто вот так вот полетим спокойненько. А вот портал назад ты не захотел? Че? А что там? Сзади портал был какой-то. А, не, я сразу в лунку пошел. Опа. Ой, я походу... А, нет, нормально. О, здорово. Ты за сколько прошел? За два удара. А, ну я тоже за два, в принципе. Так что нормально. Нормально. Я даже с пятами не могу спортовать. Да нормально, нормально, нормально. Так, о, здесь какая-то у нас крутящая штука, кекс. Так, сзади ничего нет, потому что я обычно сзади что-то пропускаю. Так, и у нас, собственно, есть лунка достаточно далеко, поэтому... Ты уже улетел? Какой красавчик, чувак. Я тоже на все силы просто ударю, и я возле себя прям почти к тебе долетел. Не, все, я ушел. Да, вижу. Я залетел со второго раза. Да, ой, а хорошая, походу. Получится? Не знаю, сейчас проверим. У тебя получится, чел, читы скачал. Ой, реально получилось. Я, ребят, я реально не знаю, как у меня это получается, но что-то сейчас. Вот сейчас вначале не будет. Вот, ребят, смотрите, сейчас вначале не будет вести, и потом, типа, увидите, что в конце будет, как бы по-любому я не смогу дальше нормально так забивать, как сейчас прям стабильно. Нормально. А, кстати, здесь нужно вниз, походу, упасть, да? А вот тут, да, будет идеально, если мы упадем вниз. Допустим, я беру ровно на 3. Ладно, это я взял на 3, мне кажется, многовато было. А сколько ты взял? Не, я взял на 2 ровно, и это много. Возьми полтора, не знаю, попробуй. Попробуем сейчас. Это мало. Чуть-чуть! Блин, боже, ну теперь это типа бессмысленно так делать. А, хотя нет, вообще, я, в принципе, даже откатился. Вообще, смысл есть, ты можешь еще догнать. Попробуй. Да. Нет, я перелетел чуть-чуть. Блин! Я почти остановился. Ну, хотя потом увидишь, что он почти там нифига еще. Так, ладно, я полечу, наверное, вот в эту сторону. Вот так вот. Так, ясно. Вот так вот. Вот, ребят, что я и говорил, как бы сейчас у меня ничего не будет получаться, но, в принципе, да, блин. Ну ладно, здесь я сильно, в принципе, ну, здесь уже, в принципе... Микромозг. Уровень здесь уже, как бы, ребята, проигран. Ну, ничего страшного, как бы. И вот, ребята, у меня, как бы, теперь уже по 5 ударов пошел, потом по 7, по 10 будет. Ну ладно, все равно я, как бы, постараюсь не давать слабину, поэтому... Так, здесь какую нужно? Здесь, наверное, нужно в третью. Ой, во вторую, точнее, да, во вторую. Ну, наверх нужно. Ой, во втором. А, наверх, все понял. Да, да. Я додик. А ну-ка. Опа! Отлично, залетели. Так, и здесь нужно, вот, значит, попасть сейчас вот это вот окошечко. Смотри, вот так смотри, вот. Меня сейчас толкнет. Нет. Оп, оп. Давай во вторую. Блин, нет, я в третью пошел. Все-таки. Нет. Я в третьей, ребята, в третьей. Ну, в принципе, ладно. А ты я во тоже вторую? В третьей. Ай, ну, я ладно, в третьей, я думаю, хотя бы у тебя получится. Я еще не скликнул в начале, и поэтому у меня сейчас вообще ничего не получится. Да ничего, нормально, нормально, вот. Нормально. И сколько, сколько у тебя ударов получилось? У меня 6-4. О, ну это неплохо, неплохо. 6-4, это как у меня. Да. Так, еще одна очередная лунка. Господи, сколько их, я уже устал играть в гольф. Ой, а как? Я чуть не долетел. А как ты как пошел? Я фигню долбал. Я просто со всей дури ударил в эту перегородину. Вот. Не, лучше просто спокойно доехать. О, повезло! Нет, я упал, ну блин, я думаю, сейчас докончусь, ну что за фигня такая? Если едет, дальше будет. Не повезло, не повезло, не повезло. Блин, а я думаю, сейчас мне повезет, я на ней останусь, но что-то фигня какая-то. Это мой девиз, я постараюсь с ним выиграть, чтобы зачилить. Ой, давай, 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 давай. Най, хорошо, с третьего удара. У тебя тоже, по-моему, 3, да, получилось? Да, у меня 3, потому что я в начале тоже тупанул. А я, блин, там не могу так повезти, но не повезло, к сожалению, ребят. Видите, как бы удача, она такая злодейка. Так, собственно, чего? Нам что нужно? Вот сюда вот, в портал вот этот, что ли, реально? Я не знаю. А где? Куда? Я вылетел. А ты куда? Не знаю. Я здесь еще. Я в портал. Я тоже хочу. Я не попал. А я в портал. Приколи. И меня... Чё, куда? Меня в белый портал кидают. А оттуда в еще один портал. Я качусь... О, прямо в лунку. Найс! Да? С первого удара! Еее! Я со второго.
Ой, да нормально, 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 нормально. Это тяжело слишком. Ну что, пока что неплохо, и мы уже прошли, собственно, 8 уровней, нам еще осталось 10. Так, это у нас 9 по счету, и, собственно, что у нас тут? Так, сзади там ничего нет. О, ты уже наверх полетел, нифига себе, ты быстро. А, я смотрел даже. Так, а я, значит, вот так вот сейчас... Я дурак. Я думал там... Да я... Я потом увидишь на видосе, как я сделал, там такая фигня полная получилась у меня. Опять? Боже. Я тоже... Я на те же самые грабли наступаю просто сейчас. Как бы... Так, а ну сейчас посмотрим, что ты... А ты уже долетел? Да, я уже на финише, я финишировал. Ага, сейчас. Я, наверное, тут лучше почилить. Тише едешь, дальше будешь запомнить. Хорошо. Так, и теперь... Ювелирно. Да-да-да. Так, там большая лунка, как думаешь? Там очень огромная лунка. Просто фигач с неё. Ой-ой-ой, хора... Тебе главное упасть вниз. Ну ладно, пойдет. Так, и я прошел за 6 ударов. Ну, блин, ребят, нормально. Ну, вначале я просто 2 удара зря потратил, так бы у меня... О, кстати, мы вышли с тобой вровень, отлично. Так, и, отлично, собственно... для кого? Ну, да нет, просто, типа, побеждает дружба, как бы, да? Да, да, или у кого меньше ударов. Так. Ой, сейчас, кстати, черепаху прям могу ударить, поэтому... Там пушка. Да, я вижу. Я дурак, ну что такое? Я опять перелетел, это просто бред какой-то. Я сейчас так сильно затупил, да, я перелетел сильно. Да, вот просто тебе главное в пушку попасть и все, и дальше ты долетаешь. А кстати, я сюда смогу сюда в угол? Тебе так. Ой, я не знаю, тебе надо угол взять, неплохой. Да, все уже. Ну ладно. На нафиг, вот так вот и бум-пи-пи-пи. Это ты сам? Да, это я все сам сделаю. Сколько у меня там? 4 удара, да, или 6, сколько у меня там? 5? 4. И, ребята, я сейчас отстаю. Но ничего, как бы мы еще сможем нежданчика догнать, как бы у нас это получится 100%. Девиз, тише едешь, дальше будет. Вот так вот я сейчас просто беру его, ювелирно выигрываю. Просто не бью сильно, фигачу спокойно. Согласен, и прихожу к финишу. Так. Я тогда за тобой буду повторять, можно? Да вот лучше сейчас не надо. А что такое? Ну, а я криво ударил, и я улетел куда-то. Да, меня в мини-текстурку вылетело. Ну просто, я хочу сейчас быстренько пройти все, да, но как... Я понял, то что реально... Вот. В этом твоя ошибка. Да, надо... Чил. Вот так тише, едешь, дальше будешь. Кстати, сейчас первый раз попал. Так, и, собственно, сколько у меня там? 4 удара на этом уровне, боже. 7 очков, тебе надо как-то догонять меня. Какой на 7? Какой на 7? 9 минус 2. Там 29, у меня 32. А, я думал, это у меня 3. 3 очка, чел. А, так мне надо поднапрячься. Да, да, так ты чел, какой чил? Тут со мной. Блин, тут не надо будет сильно бить. Со мной чила здесь не будет, здесь будет борьба жесткая. Я еще как бы. Я еще. О, повезло! Я еще не все показал, что могу. Так, а здесь как вылетаем вот сюда. Куда меня? Не знаю. Здесь могу? О, найс! Найс! Сколько у меня получилось ударов? По-моему, я за 3 удара прошел. Да, а сколько ударов? А, не показано еще, ну ладно. Тут сразу можешь фигачить, но тебя сразу в лунку закинет. Да. Алява. Хорош. Я за 4 удара прошел, к сожалению. Ну ладно, 2 очка, ты сокращаешь разрыв. Я за 3, да, реально. Так я думал, типа, у меня 39. А что я вначале откатился? Так, здесь бомба, кстати. Здесь. Ну нам не надо. Нам в пушку, нет, нам не надо в бомбу, нам надо в пушку. Тише едешь? Да. О, я крутенько там летел. Нет. Опа. Все, я первым полетел. Все, полетели. В смысле, мы с тобой вместе улетим? Вот сейчас, давай. Я начал повторять мою траекторию. Опять бомба, кстати. Так, а куда нам вообще? А. Нам бы... Ого, нам так далеко фигачить. Нам в обратную сторону, да. Ну, ладно. В принципе, в смысле в обратную? Не, вон наша лунка спереди, нет. Где? Вон спереди, вон туда, куда я... Ну, я просто в другую сторону смотрю. А, для тебя. Получится вот так вот? Ой! Я думал, у тебя получилось. Там бомба. Мистер Бомбастик, семифантастик. Тихо. Найс, почти. Так, вот здесь я дурак. Что делает молния? Я могу из нее умереть? Не знаю. Первый раз ее вижу. Типа, сколько лет вы играл в это? Кстати, да, я сейчас боюсь, что в молнии меня как-то гонет. Ну я зафейлил эту попытку, на самом деле, очень плохо. Ой, давай, отлично. Блин, у меня 7 ударов, капец, как, я же... А у меня не меньше. Я же нормально проходил вроде. Ну ладно, ребят, я понял. Ну, короче, в принципе, я предсказал будущее, хотя, ребят, у меня еще, в принципе, есть сколько, 5 попыток, и думаю, а что интересно цветы делают? О, там хоккеист, что, нифига себе. Цветы это просто текстурки, которые мешают, мне кажется, нет? Не знаю. Так, а ну-ка, повезет. Повезло. Ой, повезло.
Так, давай. Так, надеюсь, то, что цветы реально текстур... Давай, кто быстрее пройдет. Текстурка нет, они мне мешают прям жестко. Пипец. Да. Ну все, я уровень прошел. Ой-ой-ой! Я залетел! Я думал, ты меня сейчас догонишь. А я залетел сперва. А что у меня три удара, в смысле? Раза. Да, так я там офигеть как залетел, если так сейчас сохраню кусты. Че, у нас настолько близкая игра, это прям жизнь. Кстати, здесь знаешь, что можно сделать? Можно вот так просто раз залететь. Ладно, нельзя. Можно? Можно! Почти с первого раза, почти, мне чуть здесь не хватило. Блин, ну ладно, я почти с первого раза сейчас залетел, но в принципе тоже неплохой результат, я считаю. Я дурак. Ну что ты там, нежданчик, давай проходи, что ты? Я фигнёй страдаю, я как дебил играю. Это нормально. Что я сделал, что? А что там у тебя? А я 5 ударов сделал. 5? На этом раунде. Да, 5. О, кстати, мы с тобой сравнялись. 47, последние 3 игры. Слушайте, ребят, реально жесткая борьба, так что за это реально нужно влепить лайк, если вы еще не влепили. Так, и что у нас здесь? Не понял. А, ой, просто по кругу, что ли? А, ну здесь как повезет, да? О, мне не повезло, сразу говорю. Повезет? Нет, ну чуть-чуть! Я видел, ты прям... Сейчас повезет. Отлично. Давай. Нет! Давай, пожалуйста, докатись. Нет, я не докатился, к сожалению. И я начинаю, ребят, отставать. Ну ладно, у меня еще сколько? 2 уровня есть. Давайте, ребят, я смогу. Разрыв в 1 поинт, ребята. Так, давайте попробуем, конечно, вот так вот сделать. И хопа. Одного удара можно спокойно залетать. У меня, ребят, не получилось. Так, ну ладно, черепашка не будет мешать. Я что-то сильно прям ударил, думал, то, что черепашка помешает, но она, в принципе... Так, ладно, ребят, я себе сам сейчас усложню ситуацию, и у меня есть всего лишь-то... Да, один раунд, чтобы догнать нежданчика за это время. Так, собственно, что у нас здесь? Вниз, так. Вниз, портал. И в лунка! А это не та лунка. А, ну то есть нам просто в портал нужно попасть, да? Наверное, да. Так, давай попробуем. Давай. Так. Я мискликнул, нет! Подожди, если я сейчас такую глупость сделаю, а нет. Фух, я вниз сразу упал. Меня тэпнуло назад! Подожди, а куда нам надо тогда? Ну не знаю, я вниз, ладно, просто. Вот так вот, давай фиганим. А меня назад тэпнуло, ну это нечестно, я же прошел все честно вроде бы. Так. Так вот, я попаду в портал, пожалуйста. Я за порталом, прикинь! Такой бред. Боже, чего, у меня столько лишних ударов. Такой бред. У меня уже 5 ударов. В портал ты просто падаешь рандомно и... Естественно, мне не повезло с лункой. Ну ладно, в принципе, я проиграл, походу, ребят. 6 ударов. Мне не знаю, подожди, мне... У меня тоже 6, у меня тоже вначале... 6, чувак. Меня вначале тэпнуло. Сейчас, кстати, да, есть, ребята, нежданчик... А ты, по-моему, все равно мне на 2 как бы опережаешь, так что пофиг. И, ребята... Ты что сделал? У меня мышка. Ты сейчас серьезно, что ли? Подожди, ты сейчас серьезно? Я выкину эту мышку прямо сейчас. Ты сейчас серьезно или ты специально, что ли? Я начну играть с тачпада, чувак. Это просто жесть. Ну, давай, ладно, забивай уже, в принципе, у тебя 8 удар. Не говори, что... У нас, ребята... Не, подожди, ты сейчас специально, что ли? Или нет? Я врублюсь, у меня мышка говна. Ты сейчас... Подожди, реально, что ли, мы в ничью вышли? Блин, ну мне там не повезло, меня тэпнуло, как бы. Да ну. Что? Подожди. Раза, в этом раунде 2 раза мышка не скликнула просто, ну, типа, левая кнопка мыши просто не нажалась, точнее, отпустилась раньше времени. Это... Нет, ты сейчас прикалываешься или реально не нажал? Сейчас серьезно. Фиел. Ну ладно, ребят, получается у нас ничья, если уж на то пошло, в принципе, у нежданчика... Победила дружба, ребят! Да, у нежданчика мышка, у меня почему-то карта мне решила тэпнуть, не знаю почему, так бы я там прошел за 3 удара, но что-то фигня какая-то произошла. Ладно, ребят, в принципе, я думаю, что на этом уже стоит закончить. Всем спасибо за просмотр, ставьте свои лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на нежданчика, ссылка будет, конечно, ребят, в описании. Всем удачи, я не прощаюсь, а говорю вам, до новых встреч, друзья! Пока.